Вот такие капельки маленьким ты утащил флакон, а капать их маленьким мальчиком нельзя. Вот. Не обижайся на меня. Вот. Слезы напустил. Нельзя. Ты видишь, что написано? Мальчиком маленьким капать нельзя. И не просит. Терпит, сидит изо всех сил этого гуся. Ну что, сейчас уберу. Да он уедет, он к Лёше уедет, Лёша его заберет. Лёша приедет, вот Лёша, отвлечь надо как-то, и увезет. Марчик, привет! Скажи всем привет, привет! У нас, думаете, что такой веселый Марчик? У нас появился новый член семьи. Давайте не будем мучить вас загадками. Сейчас Марчик с ним познакомится. Марчик, будешь знакомиться? Будешь? Так. Так. Как бы так, без травм для нового члена семьи. Так. Кто это? Ой, мама, кто это? Кто это? Это гусь. Да, гусь. Как говорят, гусь свиней не товарищ, а у Марчика теперь будет гусь-товарищ. Вот. Что-то он не бурно его встретил. Скажешь, лишний нахлебник. Да, Марчик? Ты чё? Он тебе не очень приглянулся? Как тебе гусь? Не очень. Марчик, ты чё? Марчик, это что? Не понравился. Ой, Лёша. Вот я, это на день рождения. Так что ему 13-го был день рождения. Там мама от меня подарила подарок. И еще вот этот вот я, который я подарю ему здесь, у себя. Он приедет, подарю. Ну и что? Как тебе гусь? Как тебе гусь-то? Ну скажи свой вердикт. А? Не очень. Лапки хорошие. Глянь, какие лапки хорошие. Лапки хорошие, мордочка. Смотри, какая головка красивая. Клюв какой красивый, глазки. Он летел издалека к нам. Он к нам издалека летел, ты понимаешь?